Стимуляторы роста огурцов и корней можно купить в любом магазине. Они продаются в огромном ассортименте от разных производителей, но по сути это все одно и то же. Но чтобы не использовать химические препараты, я рекомендую воспользоваться старыми и проверенными средствами, которые издавна применяли наши предки на своих участках. Например, некоторые использовали вместо стимуляторов роста корней семена ячменя, которые при прорастании ускоряли рост корневых систем огурцов. Но в этом видео я хочу рассказать вам о том, как аптечный настой обычной валерьяны может помочь собрать огромный урожай огурцов и надежно защитить растения от всех болезней. Основная функция валерьяны в огороде – это защита растения от стрессов. 10 капель такого вещества необходимо развести в 10 литрах теплой и отстойной воды, тщательно размешать этот раствор и поливать по пол-литра под каждый куст и проводить регулярное опрыскивание по листу. В целом таким раствором можно обрабатывать много растений на участке. Например, подойдет цветная капуста, томаты и другие культуры, которые нуждаются в цветении. Это средство также стимулирует рост плодов и укрепляет только сформировавшиеся завязи, которые не будут опадать, а будут превращаться в полноценные и вкусные хрустящие огурчики. С помощью этого средства вы получаете не химический стимулятор, а его природный аналог, который поможет в обильном цветении и сборе хорошего урожая. Обязательно попробуйте и будете в шоке от результата.